22 июня наша страна отметит одну из самых скорбных и трагичных дат в истории нашей страны – 76-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. В день памяти и скорби у Вечного огня в 4 часа утра пройдет молодежная патриотическая акция «Свеча памяти». В 9:45 на аллее в парке «40 лет Победы» состоится митинг. В 10 часов утра будет объявлена всекубанская минута молчания. «22 июня – трагическая дата в истории нашей страны. Началась Великая Отечественная война. Она перевернула жизнь каждой семьи, разрушила мечты и планы на будущее. Более 27 миллионов не вернулись с полей сражений, замучены в концлагерях, погибли от бомбежек, умерли от ран». В краевую книгу памяти внесены имена почти полумиллиона наших земляков. В день памяти и скорби мы склоняем головы перед светлой памятью павших. Если вам дороги те, кто отдал свою жизнь ради будущих поколений, почтите их память минутой молчания.